Все. Идет анализ. 0,501 миллион на литр. То есть превышает, допустим, норму. Установлено состояние алкогольного опьянения. Составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.8. То есть управляет транссредством, находится в состоянии алкогольного опьянения. Маршрут номер 6, город Баймак, во время перерыва употреблял пиво в количестве 1,5 литра. Накануне вечером в Баймаке сотрудниками госавтоинспекции остановлен автобус Mercedes Sprinter, двигавшийся по местному 6 маршруту. Пассажиров в салоне не было. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя. При освидетельствовании установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении 41-летнего местного жителя составлен материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях.